Всем привет! Я хотел бы начать серию видео-публикаций о пиаре. Так и будет все называться. Пара слов о пиаре. Постараюсь укладываться в 2 минуты. Все происходит онлайн, с первого дубля. Я тут не особо запариваюсь насчет картинки. Я хочу сосредоточиться на содержании. Это было типа введение. Ну, а теперь поехали. Первая тема. Значит, первая тема... Самый частый запрос клиентов пиар-агентства. Он звучит примерно так. Как нам опубликоваться на самых-самых крутых деловых ресурсах? Обычно спрашивают Коммерсант, обычно спрашивают Ведомости, обычно деньги. Ну, еще и как попасть на канал РБК ТВ. Мы отвечаем стандартно, уже запарились отвечать стандартнее некуда. Для этого нужно 3 месяца... плодотворные работы, пресс-релизы, это чуть попозже. Сначала справки о компании, справки о спикере, потом запросы на подачу комментариев. В общем, большущая работа. Можно пресс-конференцию проводить, можно не проводить, но так или иначе должна быть планомерная, четкая работа. На раз, вот на раз, на завтра это не получится. Значит, секундочку.